Вновь обнаружен контрафакт. На этот раз полицейские в селе Дружба Кайкенского района нашли на складе около 1400 бутылок незаконного алкоголя. Товар не имеет соответствующих марок акциозного сбора и иной разрешительной документации. Правонарушители доставлены в отдел полиции. Нелегальная продукция направлена на экспертизу, чтобы установить ее стоимость и определить круг лиц, причастных к распространению контрафакта.